этот зал открывался Александр Карелин. Мы все идем по его стопам. И я думаю, какой-то стимул, наверное, у ребятишек появится еще более усерднее заниматься спортом, физической культурой и, конечно, свой опыт немножко передать, какие-то моменты показать. И вообще, вся жизнь борьба. Поэтому неважно, каким бы вы спортом ни занимались, да, хоть футбол, борьба, бокс, это все борьба. Надо бороться за место под солнцем, за место на пьедестале, поэтому хотим этого, не хотим, мы всю жизнь боремся с кем-то, с чем-то и ради чего-то. Поэтому спорт – это оздоровление нации, я думаю, если мы все будем заниматься, здоровое поколение – это здоровое будущее. Я впечатлен. Здесь очень комфортно, спокойно, вот как-то все размеренно, тихо. Я люблю такие города.